бот, блин. Смотри, это смотри, какое лицо. Черное. Еще какие-то. Мне даже другие не видно. Что ты взял? Да, ты же природа. Да, да. Боже, полностью. Качели, карусели, чтобы у обезьян не было контрактур передних и задних конечностей, им сделали качели. Вот такие. Женщины пришли в гости. Да, твоя девушка тоже в августе приедет, а то жалко, конечно, сидит молодой самец один, ему скучно. Это, ребят, златобрюхий мангабей. Самка там была черная хохлатая, а это златобрюхий мангабей, тоже африканские обезьяны, живут 25 лет. Гошенька. Молодец, Гоша. Пока, Гоша, пока. Начинают попрошайничать. Закрывай, закрывай. Нету ничего, закрывай. Вот такой у нас Ельцин. Это капуцин Плакса. Время от времени они издают жалобные звуки. Отсюда название капуцин Плакса. Не понимают, да? Не понимают. Мой хороший. Ой, ты хороший Ельцин. Сейчас, ребята, мы пойдем смотреть голубых мартышек. Гаматаки осанские. Самочка довольно зрелая, самец молодой, у наших звезд берут. Видите, мы даже боялись, что у самки не хватит молока, поскольку она такая немолодая уже. Ну, Бог миловал, слава Богу, вырастила ребенка, более года даже кормила молоком, мы даже удивились, вот. Видите, они такие пушистенькие, потому что там, где они живут, очень холодно. И природа им дарит еще подшерсток такой. Он их может укусить, но все равно не могут себе позволить не делать этого. Девочки, кыш отсюда, нельзя вам. На, Наполеон, на, ты хороший, держи. В Лаосе они собирают кокосовые орехи, в Колумбии они собирают клубнику. С американцами проводятся исследования, какова роль вируса в возникновении злокачественных опухолей. И сейчас у нас идут очень хорошие исследования, за которые наш институт там должны наградить какими-то премиями. Вы знаете, что тысячи людей ждут в свою очередь на пересадку органов, доноров не хватает. А так у нас органы свиней пересаживают обезьянам, животным дают депрессанты, подавляют иммунитет, чтобы не было отторжения органов. Сердечный клапан уже очень хорошо прижился. Ой-ой-ой-ой, на, девочки, кыш, он укусит вас. Быстренько ешь. Вот. И теперь будет предусмотрена дальше пересадка трахеи. Видите, бедные девчонки, прежде чем взять кусочек, они 10 раз посмотрят на самца, потому что укусит, мало не покажется. Дальше у нас зеленые бациллы от полиомиелита, и дети наши не болеют детским параличом. Клетки почек зеленых мартышек – это среда для выращивания вируса. Вначале эту вакцину делают, а потом на них же проверяют, насколько она безопасна и эффективна. Обратите внимание на самца. Видите, голубая-голубая мошонка. Если завтра сюда придет самец, который по статусу выше, нежели он, идет гормональное изменение. Угнетается нервная система. Она у него станет серая и блеклая. А те, кто пришел, тот, который пришел и стал альфа-вожаком, у него ярко-голубое. То есть степень голубизны зависит от степени статуса обезьяны. Чем выше статус обезьяны, тем ярче и голубее. А прежде сидела со своим самцом, его звали Егорушкой. Егорушка, у него был острый колит. Спасти его не удалось. Он умер, бедняжка. Мы посадили ельцин, мартышки. Она повернулась попой и свое презрение продемонстрировала. Мамочка хранит верность своему Егору. Никого не хочет новых обезьянок принимать. Вот так вот, бедная, видите, такая. Это гранулы, которые содержат сухое молоко, яичный порошок, жмых и комплекс витаминов. Ну и чтобы кишечная микрофлора была нормальная, им дают фрукты и овощи. Вот. Видите, да? Молодая самка, это все равно, что у 15-летней девушки, девочки родился ребенок, да. Она сама еще самка первородка.
Смотрите, с каким удовольствием пошла и пьет водичку обезьянка из автопоилки. Сейчас очень жарко, обезьяны много двигаются, обезвоживание, чтобы не было, очень важно следить за поилкой. А то они теряют много влаги, чтобы не было обезвоживания. Видите, просит, давай, говорите. Нагло, видите, как нагло просит. Настя, ты хоть немножко тональность голоса своего по-другому, а то бесстыжая тогда. На, держи. Самец вон он сидит, видите, гринечка бедная. Устал уже. Они утром очень, вообще сегодня очень много туристов, наверное, море плохое. И обезьянки под конец дня уже, знаете, каждый взгляд на обезьяну – это сигнал тревоги и угрозы. Некоторые даже потом поворачиваются вот так вот и смотрят куда-то в другую сторону. Они устают. Это, устают, это же как бы напряжение для них тоже. Ну вот, да. Видите, он даже не пытается у Настюхи отнять еду, как она кусает. Смотрите, ребята, абрикос. Крупными кусками они не едят. Если еда, скажем, черствая, у них есть защелочные мешочки, как у хомячков. Они туда складывают пищу, а потом она размокает, раз, потом под... Папа ругаются, лучше не встревать, иначе финал всегда вот такой печальный. Если завтра сюда придет очень статусный самец, он может всех отправить на тот свет детей, потому что он понимает, что при этом прекращается лактация у матери, ей не надо уже кормить ребенка, и она может родить от нового самца. Но такое, к сожалению, практикуют не только обезьяны, но и многие виды львов и тигров в своих прайдах. Дальше идут... Обратите внимание, вольера отсутствует крыша. Мы в Сухуми использовали электропровода. Здесь попробовали вот такой вот метод установки. Благодаря тому, что козырьки подвесены, обезьяны никуда не могут выскочить. Но при этом часто залетают голуби. И если у голубя что-то случилось, то не то, но как? Они тут же его раз вырывают, и поэтому не дождь идет, водичка не застаивается, камушки промываются. Но если попасть в камушку, то начать кидать на камнями, ответная реакция последует такая же. Они тоже могут делать камни, Они прямо оттуда бежат. Мама! Как только краб выходит из своего гнезда, они берут камушек, ударом там не разбивают панцирь и поедают их. Поэтому они крабы едят. Конечно, только крабы прокармливают. Нет, это у них азарт. Поймать, раздолбать и съесть. Три года они пили вкусный ликер, 32 градуса. Мы хотели проверить, как работает лекарство от алкоголизма. 11 обезьян выпили, закусили и пошли дальше. У 12 наблюдалась зависимость. Вывод такой, что если в меру выпить и закусить, проблем никаких не будет. Главное не перебарщивать, а так почему немного и не выпить. Исследования будут продолжены, потому что мы знаем, что бывают и другие вещи. Поэтому еще 3 года на обезьянах другого вида будут исследования. Сейчас, ребятушки, я вам покажу настоящего короля льва. Это, ребята, эндемик. Такие обезьяны живут только в... Молодец. Держи аккуратненько. Вот так. Видите, серебристая грива, как у льва. Хвостик кисточкой, как у льва. Их, ребята, на всей планете 2500. Они краснокнижники, занесены в разные параграфы Красной книги. А Каирушка сидит один... их ни один зоопарк не отдаст, если даже есть, поскольку, ну, цифры, видите, такие. Такая дама есть в зоопарке Новосибирска. Но любая транспортировка – это стресс для обезьяны. Конечно, мы не повезем, и не факт, что она родит. На генетическом уровне там идут изменения. В переводе с латинского «силен» означает «молчаливый». Каирушка очень эмоциональная, но мало звуков издает. 27 декабря ему исполнилось 19 лет. У него в паху грыжа, надо делать операцию, не хочется делать анестезию. В Индийском океане остров, название его Сулавеси. На этом острове живут целебесские макаки. Смотрите, ребятушки, маленький кинг-конг. Голова, спина и даже попа, все как у гориленка. Видите, какое очарование.
Он тоже у нас один. Их 1500 голов на всей планете. Тоже подружечки нету. Посадили самку павиана, он ее побил хорошенько и пришлось убрать. Очень многие витамины, они только под воздействием солнца и света усваиваются. Поэтому сразу видно, что он из карантина. Видите, у него шерсть немножко такая более блеклая, видно немножечко болезнь. Ну, он сейчас отнимается, потому что солнышко всегда лечит. Слишком много. Когда рождаются братья и сестры, они от ревности начинают кусать малышей. Нам приходится забирать. Держи, не кричи, я дам. Держи. Ты все время не проси. На, держи. Держи, не нервничай. Вот так. Это, ребят, маготики, они еще не половозрелые. Поэтому любая потасовочка, которая в клетке даже наблюдается, она носит игровой характер. Они иногда носятся, друг друга царапают, писают, но все же это не те. Кто-то, видите, там Григорий, по-моему, видите, стучит. Сейчас летом у водопоев они встречаются со стадами антилоп. Они разрывают их на части и поедают их. Дусенька. У ее мамы не было молочка. Она была выращена на искусственной смеси малютка. Ваську держат в ежовых рукавицах. Сильная самка. Хотя, по идее, через 2 года, когда масса тела у него будет вдвое больше, чем у нее, он ей покажет, где раки зимуют. А пока она хозяйка. Действия людей. Когда рабочие по уходу за животными мыли клетки, а они брали тряпочку и мыли полы. Здесь моют керхерами, поэтому нет такой надобности вот так мыть полы. Ну, он любит очень общаться. Рассказывай, Тихон, как дела? Да, мой хороший. Видите, он так вот, видите, говорит, что-то показывает, жалуется очень часто. Нету ребеночка 2 года, и он все переживает. Вот. Да, мой хороший, да. Он очень любит общаться, видите. А сейчас, ребятушки, вы увидите. Любишь? Покажи, Семушка, как ты нас любишь? Ну, давай, попой, поворачивайся. Вот так. Это он вам почитание свое показал. Я, говорит, вас всех уважаю. Но обязательно за уважение требует еду. Рука всегда он не забывает про нее. Видели там целые стада крупных павианов-гамадрилов. Видите, какая у них грива шерстяная. Самка обыскивает своего самца, подлизывается, видите, к нему. Умные самки, когда они чего-то хотят от своего самца, или чтобы он покушать разрешил, или чтобы она провинилась загладить вину свою, сразу вот так подсядут и начинают заниматься дружно. Павиан кладет на нее руку, да, я тебя прощаю, а если ему что-то не нравится, первый раз он брови поднимет, потом верхние зубы оскал покажет, а уже третий раз укусит, мало не покажется. Обратите внимание, как он внимательно слушает. Мы в Сухуми, в лаборатории физиологии, им нарушали суточный режим. Днем мы им давали поспать, ночью включали яркий свет, сердце болело, давление повышалось, то есть были инфаркты миокарда, то есть это эндокринная система схожа с человеком. А в предгорьях Кавказа, в Сухуми, не в самом Сухуми, а наверху в горах, сейчас там даже сейчас места заминированы, доступ. О, одна еще есть, ладно. Он очень любит конфетки. Вон, Валюся, я принесла тебе кузечку. Сейчас. Видите, как смотрит. Поругай, поругай, Кузя. Не хочет, видите, ругаться. Давай ротик открыл. Ротик открыл. Видите, какой. Сейчас к нам в научную часть пришла статья с изображением лапундера, которого обучили водить мини-трактор. Он сидит за рулем и несколько метров может проехать. Скажи, Сережа, как ты брови поднял, зубы показал. Давай. Уйди, моя хорошая. Давай, Сережа. Брови поднял, зубы показал. Быстро. Смотри, какая конфета. Не мне, а вот туда показывай. Брови поднял, зубы показал. Давай. О, хорошо показывай. Молодец. Хорошо покажи зубы. Брови поднял. Ой, молодец. Хорошо зубы покажи. Хорошо покажи. О, смотрите.
Хорошо, покажи зубы. Ты что? Не видно? Видел? А брови поднял? Ой, молодец.